Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Вест Хэм-Ливерпуль». Встречаются 5-я и 4-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют «да» и 7 раз на тотал «больше». Ливерпуль выиграл 3 последних очных матча и 7 матчей из 10 при 3 ничьих. Последние 2 очные матча в Лондоне прошли на тотал «меньше». Статистика команд. Вест Хэм в последних 10 матчах имеет 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение. Ливерпуль в последних 10 матчах имеет 4 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Вест Хэм выиграл последние 6 матчей. Ливерпуль последние 3 выезда отыграл на тотал больше 3,5. Как видим, в последнее время обе команды играют примерно нейтрально в плане результативности. В предыдущем туре АПЛ Вест Хэм выиграл на Селхерст Парк 3-2. Молотобойцы провели очень сильно этот матч и выиграли по праву, несмотря на то, что уже на 3-й минуте пропустили гол. У гостей было штук 5-6 реальных моментов, из которых они использовали 3. Хозяева на 90+7 минуте сократили отставание в счете, но на больше времени уже не оставалось. Ливерпуль выиграл у Тоттенхэма 3-1. Команду Клоппа наконец-то прорвало. Мерсисайдцы после голевой засухи начали реализовывать свои многочисленные моменты и сразу разошлись на 3 забитых мяча. Арбитр матча еще 2 мяча не засчитал, по одному с каждой стороны. Кто бы мог подумать, что полумертвый Вест Хэм после домашней игры с Брайтоном, в которой лишь по большой случайности отскочил на ничью, а потом чудом выстоял на Сент-Мэрис, выдаст серию из 6 подряд побед. Ливерпуль после 7-0 с Пэлас попал в турбулентность, из которой сумел выбраться только в игре со шпорами. В очных матчах тотальный перевес на стороне Ливерпуля. Матч первого круга Ливерпуль выиграл достаточно скромно 2-1. В Лондоне Ливерпуль в последнее время либо играет в ничью, либо берет уверенные победы с разницей в 2 мяча или более. Текущая ситуация предполагает нечто среднее, то есть простую победу гостей где-то на 2-1. Вряд ли Вест Хэм будет настолько удачлив, что сможет выиграть у Ливерпуля, который пришел в себя после череды неудач. В лучшем случае хозяева, наверное, могут рассчитывать на ничью. Но в норме Ливерпуль должен бы добыть победу. Последние 2 выезда Ливерпуля в Лондон закончились низовыми матчами. Поэтому стоит ждать результативной игры. В пользу этого говорят и последние игры команды Клоппа, которая после 5 низовых матчей в АПЛ теперь начинает серию результативных матчей. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да» победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 1.80. На тотал больше 1.68, на обе забьют «да» 1.64. Если выбирать один вариант из предложенных, то здесь, как и в матче Лестер-Лидс, выгоднее взять победу фаворита, на которую стоит самый высокий коэффициент. Похоже, что сейчас Ливерпуль вышел из кризиса и начинает серию победных матчей. Вест Хэм по логике должен бы пойти на спад и следующие несколько матчей не должен бы выигрывать. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы поставил на победу гостей за 1.80. На что ставить вам и ставить ли вообще, решайте самостоятельно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.